Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Дарди, добро пожаловать в игрушку Stickman Побег из тюрьмы. Ну что ж, давайте начнем. Так, управление. Окей, понял, влево, вправо, вверх. Ага, подсказочка. Все понятно. Так, играю за вот человечка, который слева бегает. Давайте прыжок, отлично. Тут все просто. Я понимаю, да, тут в принципе все нормально. А дверь закрыта, нам нужен ключ. Окей, окей, берем ключ. И возвращаемся назад. Все у нас просто идеально. Жмем вверх, а нет. Идем вправо. Отсорб ее тут. А, назад прочитайте. Тут все просто. Тут все просто. Наоборот. Ну, прыгает он так же. Да что ты будешь делать? Просто, ага, тут. То есть я жму назад, он идет вперед. Вы поняли, да? А левел, по сути, тот же самый. Нифига себе. Второй левел-то уже сложный. Понятно. Я не знаю, что будет дальше. Так. Ну и зачем? В смысле, что такое? И зачем? Я ключ не буду брать. А, я погиб. Так, ладно. Давайте я, допустим, не возьму ключ. И пройду. Да, тут не нужно было брать ключ. Мы теряем управление. В смысле? А, периодически я теряю управление. Опять потерял. Так, хорошо. Сейчас он постоит немножко. Мы продолжим. Опять потерял управление. Блин. Слушайте, ну тут нелегко. Я ссылочку оставлю на игру под видео под описанием, если не забуду. Так. Идем. Нах ты ж. Блин. А подсказки? Ну я пока что справляюсь. Имей терпение. В смысле, какое терпение? Какое гребаное терпение? Я так понимаю... Ага, надо было просто подождать. Зазеркалье. Что за зазеркалье? А, наоборот. Тут все наоборот, блин. Черт подери. Да что ты будешь делать? Слушай, а тут сложно, тут сложно. Так, подходим. Да как? Как это я пройду? Так он просто меня не пустит. Да блин, ты издеваешься что ли надо мной? Сколько я уже погиб? Да как тут? Чтобы узнать ответ, необходимо посмотреть рекламу. Давайте посмотрим. Так, внешний вид уровня немного изменился, но прохождение осталось прежним. Да я понял, я не знал, как я вот тут пройду. Так. Поближе подойдем. Да я не понимаю, как я тут могу пройти. Вот подхожу я до сюда. Прыжок. Ну, наконец-таки. Я уже думал, это невозможно пройти. Берем ключ и возвращаемся назад, ё-моё. Так, отлично. Фу, боже мой. Так, не устал еще? Вроде нет. Тут все просто. Блин. Да ты издеваешься, что ли? Я немножко утомился. А, отлично. Да ты издеваешься, что ли? Я второй раз туда не полезу. Сколько тут ключей? Да ты издеваешься, блин, нет. Я тут постоянно проигрываю. Да блин, да что? Раз. Я не могу там, я постоянно проигрываю. Ё-моё, я реально устаю. Почему такой сложный уровень сделали? Так, допустим, возвращаем. Мы, ну-ка, встаем прям вплотную, так встанем. И вот так, отлично. Надо более плотно встать. Тихо. Чуть не споткнулся. Все, харе, давайте последний раз я туда иду и все. Ближе вот так встаем. И вот так, отлично. О боже мой, я начинаю вставать. Все, наконец-таки. Главное тут не лохануться. Нормально проходим. Быстрее. Воу. Черт подери. Успел. А, смотрите, как близко все приблизилось. Так. Где ключ? Ключ, по идее, наверху должен быть. Отлично. Вроде тот же самый уровень, но он каждый раз по-разному. Какой тяжелый ключ? В смысле тяжелый ключ? Ты издеваешься? А, его толкать надо. Все понятно. Так.
Реально тяжелый ключ был. Как у тебя... Куда тебя несет? В смысле? Он сам прыгает. Ой, тихо. Воу-воу-воу-воу-воу. Я только вперед нажал, он сам... Блин, двигается сам. Я не могу его остановить. Да что ты будешь делать? Я поворачиваю, он сам... Он... Ну, вы поняли, да? Он сам бежит. Так. Так, так, так. Фу, боже мой. Мираж. Ага, мираж, это ключ мираж, я так понимаю, да? Какой мираж, подожди. Странно. Что? Ребят, тут все наоборот. Как? У меня мозг ломается, ребят. Что я тут должен сделать? У меня мозг сейчас взорвется. О, боже мой. У вас не взорвался мозг? Мне кажется, у меня уже взрывается сейчас. Слушай, ну мой мозг справляется. Мой мозг вроде нормальный. The Bandit. Так, неудобно, но ты спрашиваешь. В смысле неудобно? Чё конкретно неудобно? Не знаю, мне все удобно вроде. А чё это неудобно-то? Я тут не понял, чё неудобно. Так, немножко так. Он периодически останавливается. Он реально периодически просто останавливается. Вот как опять. Нормально. Копий много, оригинал один. А-а-а! Это все копии. Блин. Он издевается надо мной. Короче, мне кажется, я знаю, где оригинал. Тихо, тихо, оригинал. Вверху. Нет, это не оригинал. Какой? Боже мой, какой? Внизу вот этот. Нет. Да ты издеваешься, какой оригинал? Так, хорошо. Вот этот. Отлично. Сделали. Что нам стоит мост построить? Какой мост? Как я его построю? В смысле, как я построю мост? Что нам стоит мост построить? Какой мост? Не понимаю. Давайте узнаем ответ. Найди на карте платформу и удерживай ее пальцем, передвигая ее как мост или лифт. Окей. А, я понял. Все, вот как. Ага. Я сразу не понял. Понятно. Пук. Достал эту рекламу. Смотрите, ребята, что... Тут все мелко, реально. А, нужен бинокль. Да, реально нужен бинокль. Гений придумал эту игру. Тот же самый уровень, но он всегда по-разному начинается. 17-й уже. Ключ дистанционного управления. Так, в смысле? А, все, надо было нажать на ключ. Подойти и нажать на ключ. Блин, рекламки надоели. Тут надо пошевелиться. В смысле? Как пошевелиться? Он у меня не шевелится. Не понимаю. Давайте узнаем ответ, что ли? Без понятия, как проходить. Так, ага. А, наклоняя телефон, перемещайте игрока по карте.
А, я же на эмуляторе играю. Так, давайте попробуем. Вот. Да ё-моё. Почему-то в ту сторону он едет нормально, а вот тут нет. Странно это все как-то. Туда он нормально идет. Подожди. Не могу. В общем, ребятки, тут надо на телефоне играть проще. У меня на эмулятор не очень хорошо получается. Ссылочку на игру я оставлю под видео под описанием, так что можешь скачать и тоже поиграть. Ну и с вами был Дарья, всем до скорого, пока-пока.